друзья, и снова всем здорово, и перейдем сразу же к делу. Многие идеи для самоделок приходят к нам в голову, когда мы встречаемся с некими проблемами при проведении каких-либо работ. Так вот, недавно я столкнулся с одной проблемой. Отключили электроэнергию. Дески у меня нету, а работу надо продолжать. И вот тут-то у меня возникла идея для новой самоделки. И если же вам интересно, что же у меня получится, то давайте продолжим просмотр. А для сегодняшней самоделки мне понадобится обычный патрон от электродрели и обычная головка. И эту головку мне нужно будет приварить к патрону. Вот таким вот образом. Для оцентровки конструкции перед сварочными работами я воспользуюсь автомобильным клапаном. Легким движением рук, минуту потраченного времени, и сегодняшняя самоделка готова. А это у нас получилось приспособление для пневмопистолета, которое здорово выручит при отсутствии электроэнергии в доме для определенных видов работ. И сейчас мы протестируем самодельное устройство. Сказать, в моем случае при помощи сегодняшнего приспособления при отсутствии электроэнергии данное устройство заменит перфоратор, дрель и шуруповерт. Поэтому и пришла мысль сделать эту самоделку. Если же вам понравилось сегодняшнее видео и сегодняшняя самоделка, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями, прокомментируйте видео, а также не забывайте смотреть мои предыдущие самоделки. Ну а я же с вами надолго не прощаюсь, и увидимся мы, как всегда, в следующем видео. Всем до скорого!